Город, где не угасает война. Легенда гласит, что в эти земли пришли демоны и стали жечь дома. А, к счастью, четыре великих воина были готовы дать врагам отпор. Повезло, что вы пришли. Я путешествовала с музыкантом. Он играл на гитаре и рассказывал легенды. Какая твоя любимая? Очень хорошо запомнилась три. О легендарных приемах, которые могут использовать самые могущественные мечники. Думаешь? Господин Сакай! Кензи, ты что здесь делаешь? Дела очень плохи, мой господин. Что ты сделал? Ничего. Монголы забрали всю нашу еду. Рис, рыбу, вот прямо все, что нашли. Мы голодаем. Кто это мы? Ты здесь не живешь. Да я все думаю о ваших словах. И пытаюсь помочь здешним крестьянам. Где лагерь монголов? Не знаю. Они являются через день, забирают еду и увозят ее. Устрою засаду. Не так все просто. У них заложники. Если монголы не получат дань... Есть же способ их найти. Ну, есть. Но вы не одобрите. Давай я это сам решу. Идемте, покажу. Нам велено складывать тюки с едой на берегу. Все с этого хозяйства? С хозяйства. Из заброшенных домов, с рыбалки, охоты. Все, чтобы набить брюхо врага. Ты мог сбежать. Я совершил немало ошибок. Но я пытаюсь стать другим. Еда и питье для монголов. Но в этой бочке из-под саке пусто. Думаешь, как сильнее разозлить монголов? Не совсем. Бочка очень большая. В ней поместится отважный самурай в доспехах. Ну да, а еще лучше. Один изворотливый торговец саке. Монголы увезут эту бочку к себе в лагерь. Кто там управится лучше? Вы или я? Не знаю, почему я позволяю тебе прятать меня, где попало. Так ведь работает. Пахнет, как у тебя изо рта, Кензи. А вы думали, почему бочка пустая? Готовьтесь, господин, они идут. Удыгин Таргендач. Да, да, это вам. Берите, берите. Пастер Моригав. Нет, нет, это Мика. Мика моя лошадь. Моя. Надам отзад. Морбигних борцов. Ай!
Да как вы? Мика! Нет! Надо же, замысел Кензи сработал. Хисенхун, термун байстарза, алахуйбай. Гемарня гем харву. Херсен пагаю. Тен харек не кульфен. Херсен стебе. Дора лотар сатак. Ой, че? Куда сур? Тиме! Gegen Oktober. Sagte die. Und hat das gut gemacht. Aus uns ab. Gibt sie kein Bild. Ja. Я не верю. Мы спасены. Отвези еду обратно. Передай Кензи, что все хорошо. Кензи? Ему я готов передать разве что знатную оплеуху. В каком смысле? Так ведь из-за него все беды. Он хотел договориться с монголами. О, господин Сакай, это было потрясающе. Кензи, дерьмо ты, обезьянье, вот ты кто! Я разберусь. Объяснись. Я вроде как продал монголам еду, но только в тюках были опилки. Ради наживы? Чтоб не грабили крестьян. Ты что, думал, монголы не заметят? Ну, не так же быстро. А они как налетят. Крики, заложники. Давайте еду, а то убьем. Зря я велел тебе заняться чем-то полезным. Что? Нет, нет. Вы были правы, господин. Я полезный. Мне только нужна тренировка. Тогда тренируйся так, чтобы никто не страдал. Слушаюсь. Повезло тебе, что самурай тебя пощадил. Прости, Итаро, я хотел помочь. Помочь? Да чтоб ты подавился. Вижу,
Ты не расположен к разговору. Прощай, Таро. Подожди зад и сядь на монгольскую бомбу! Я слышала, они сожгли наших ворот. Слышал, что плохо. Призрак проник в Адзама. Ему пришлось переодеться в торговца Сакэ. Я слышал другое. Торговец спрятал. Доспехи хорошо сидят, господин? Я не могу укрепить ваши доспехи. До свидания.